Международный аэропорт им. Сикорского в Киеве временно приостановил работу после выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет авиакомпании «Браво», выполнявший рейс 4406 Анталья, Киев, при приземлении в 20:40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, говорится в сообщении аэропорта Facebook. Отмечается, что было принято решение закрыть аэропорт до часа пятницы, 15 июня. В настоящее время все пассажиры эвакуированы, на месте работает аварийно-спасательная бригада. В конце мая в Астане самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП и повредил двигатель.